кадровые назначения, тарифы на пассажирские перевозки, нанесение разметки, юбилейные мероприятия. Эти и другие темы обсудили сегодня на еженедельном совещании в городской администрации. В Чебоксарах планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 1 сентября. Повышение составит 2 рубля к действующим ценам, то есть 20 рублей за безналичную оплату, 22 за наличные в троллейбусах. В маршрутках 21 и 25 рублей соответственно. Стоимость проездных билетов вырастет на 50 рублей. Мы не можем компенсировать разницу между утвержденным тарифом и экономически обоснованным тарифом. В то же время хотим видеть на дорогах современный и безопасный общественный транспорт. Поэтому вынуждены поднимать стоимость проезда в общественном транспорте. Если все расчеты верны, если все необходимые процедуры будут соблюдены, то это решение нам придется принять по плану с 1 сентября текущего года. Сегодня же объявили фамилии новых заместителей главы администрации. Заместителем по экономическому развитию и финансам стал Владимир Яковлев. Иван Кучерявый по вопросам архитектуры и градостроительства. Работы предстоит много, отметил сити-менеджер. Функциональные обязанности Ивана Леонидовича, кроме всего прочего, будет входить обеспечение реализации перспективной застройки территории города, в том числе по объектам социально-бытовой сферы, дорожного строительства. Перед нами стоит большая задача ввести в эксплуатацию 10 детских садов, ведется строительство 2 школ. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.